Агентство «Спутник». Пожалуйста. Добрый день. Лили Страсс. Мы с ней встречались, когда она была главой Foreign Office в этом здании в начале года. И у нее есть свои принципы, которые прежде всего касаются непримиримости, отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы. Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции этой страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из Евросоюза. Но я думаю, что все-таки для Ли Страсс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, более приоритетным будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться, наконец, для нее президент Макрон, друг или враг. Этот вопрос по-прежнему повис в воздухе, так остался неотвеченным. Я бы считал, что для двух соседей разобраться с этим было бы важнее, чем бросать свой взор далеко за пределы своих границ. Suddenly, you have heard that